Caspian Drilling Company отметила свое 25-летие. Компания является первым совместным предприятием после подписания соглашений о долевом разделе добычи в нефтегазовой отрасли в Азербайджане. С юбилеем компанию поздравили представители SOCAR, BP, Equinor и Total. Президент SOCAR Ровнак Абдуллаев и первый вице-президент госнефтекомпании Хошбахт Юсифзаде в своих выступлениях отметили важную роль в развитии нефтегазового сектора Азербайджана. Кроме того, компания проводила буровые операции и за пределами страны. Так, CDC пробурила две разведочные скважины в Средиземном море для государства Израиль, а в Братской Турции реактивировала установку шестого поколения. Сегодня CDC завершила модернизацию импортированной из Казахстана самоходной буровой установки и при ее помощи ведет операции на мелководной части Апшеронского полуострова. В связи с юбилеем группа сотрудников CDC была награждена почетными наградами.